В буквальном смысле ничего не осталось от кабины «Газели», врезавшейся минувшим вечером в длинномер «Мерседес». Крупная авария произошла на улице Азина в казанском поселке Киндири. Удар пришелся в левую заднюю часть фуры. Чтобы извлечь водителя из груды металлолома, пришлось вызывать все экстренные службы. Салават Мухаммадуллин попытался восстановить картину происшествия. Но он был в сознании, реанимационная машина увезла его. С ногами что-то. Несмотря на сильнейший удар, водитель «Газели» чудом остался жив. Мужчина оказался зажат в кабине своего автомобиля. Прибывшие на место спасатели вырезали пострадавшего из груды искореженного железа и передали его в руки медиков. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Машина стояла. Реанимацию делали ему. Если бы вот пассажир был, то погиб бы. А с той стороны еще пространство все-таки есть более-менее. Видимо, он остался. О том, как все произошло, рассказал водитель большегруза. Мужчина отметил, что двигался в сторону Казани. Затем остановился и начал выполнять разворот. «Газель» в этот момент находилась позади него. Он оттуда. Оттуда ехал? А вы как ехали? Я разворачивался. А вы не уступили, что ли, ему, или как получается? Он далеко. В случае причинения тяжкого вреда здоровью возбуждается уголовное дело. Однако степень вины участников, всех автомобилистов, еще только предстоит установить. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112.